Капризы погоды не испугали любителей зимней рыбалки. Традиционный турнир «Золотая рыбка» собрал на Дудрыговском канале более 40 участников. Рыбалка была организована силами трех районов – Красносельским, Кировским и Петродворцовым. Соревновались команды по три человека и одиночки. Рыбаки, они, конечно, народ бывалый. Специальная амуниция, особая теплая обувь, но даже они пеняли на погоду, которая к двум часам в конец испортилась. Здесь, на Дудрыговском канале, жутко холодно, а ветер он просто с ног сносит. Как здесь люди провели не один час, ну, ей-богу, непонятно. Вот и мы и пришли сюда все. Как дураки, все сумасшедшие. Веселая обстановка, все друг друга поддерживают в рыбной ловле. Ну, правда, рыбы немного, но важен процесс. Правила для всех одинаковые. Ловить на мормышку с мотылем, вырезать не более трех лунок на человека. Добыть рыбку голыми руками оказалось непросто. В этот день на крючок попадались в основном колюшки, иногда караси. Рассказывают, что бывали и судаки. Но увидим на взвешивании. Вот Александр Пашуков выкладывает улов. Это команда или один вы? Какая умница. Пишем 0,145. Самую большую пиши. Большая 0,035. И самая маленькая. Не, ну ты посмотри. Вообще не взвешивается. Кстати, команда Александра из Сосновой Поляны заняла первое место. Вдвоем с товарищем они выловили аж 815 граммов рыбы. Улов может быть и небольшой, зато каков кураж.